Новым годом, друзья! Сегодня мы снимаем с моим другом Денисом новогодний обзор. И, как я и обещал, в нашем эфире сегодня очень редкий напиток. Ну, как редкий. Его можно приобрести только в сети «Азбука вкуса». В Москве и Санкт-Петербурге находится сеть. Это Elizabeth XO. У них еще в линейке есть VS и VSOP. А также Elizabeth Extra. Но я решил как-то в праздник, все-таки Новый год. И мы решили распробовать органический коньяк. Чуть попозже я о нем расскажу. А пока покажу вам, что из себя представляет бутылочка. Ну, как говорится, как обычно. Картонка очень плотная. Натуральная. Да, она ребристая такая, прям вот на ощупь. Ощущается очень богато. Блин, божья коробка даже есть. Да, здесь написано, что она сертифицирована какой-то французской экологической компанией. Но это я потом скажу, какой именно. Файн коньяк, Фин Буа. Извините за мой французский. Апелласьон, коньяк, контроль, да. Вырезано прям плотно, очень четко, красиво. Мне нравится. Вот подход очень серьезный. Да, классно. Ну, долго не будет заострять на этом внимание. Внутри также плотно все закрыто. И достанем бутылочку. Достался он мне дорого. За 7,290. А да. Так как была скидка в Азбуке вкуса, то я, соответственно, 1000 сэкономил благодаря выборам, когда мы ходили на выборы. Вот в этом году буквально покупал. Что поближе нас... бутылочку. Бутылка у нас вот такая вот, простая. Пробка здесь деревянная сверху, а внутри, как я понял, тут используется настоящая пробковая кора. Донышко такое. Донышко внутри. Очень глубокое. Видно, что он прям вдавлен, прям даже торчит. Несмотря на то, что он XO, он очень светлый. Это особенность, я вам расскажу. Его почему. Только можно где найти? Его, я же говорю, в Азбуке? Только в Азбуке вкуса. Угу. Его нигде больше не купишь. Раньше он продавался еще в каком-то, в какой-то сети. Или Винстайл, или Винстрит, как-то так еще. Угу. Но там цена у него была выше. Нет, ниже. Была ниже цена, но сейчас его там нет. Это точно я смотрел. Сзади тоже ничего особенного. На французском и на русском. Ну, что у нас здесь написано? Коньяк Elizabeth XO. Коньяк географического указания, производство Франция. Коньяк ПДО. Или ПДО. Средний возраст коньячных спиртов 10 лет. Состав: виноградный спирт, вода. Все. В этом напитке нет ничего. Ни сахарного калера, ни каких-нибудь там добавок, присадок, сиропов, там, красителей. Там, натуральный продукт. В общем, это натуральный продукт, и это особенность именно этого напитка. Ну, кажется, долго тянуть не будем, мы его сейчас откроем. Попробуем открыть. Так. А тут пленочки нет никакой? Так, здесь у нас пленочки нет. Здесь она защищена, она вот этой вот хреновиной. А, вот оторвем здесь бумажку. Это защита от дурака, как говорится, чтобы не подделали. И попробуем открыть его сейчас. Характерный звук. Характерный пух. Ничего себе. Да, как я и говорил, настоящая кора пробкового дерева. Ну, разольем, пусть подышит. Все-таки десятилетка. Хотя на некоторых источниках я видел, немножко понял, информация, что у него 12-летние спирты все-таки есть. Ну, а мы будем доверять написанному на бутылке. Ой, какой барабан, пошел, такие цветы сразу. Типичная французская тема. Вот, и пока он назреет, мы его, я немножко расскажу о данном напитке. Итак, информацию о нем было очень сложно найти, хочу заметить сразу. Но я нашел все-таки. Итак, Elizabeth XO, расположенная в самом сердце величайшего коньячного региона Франции, старое семейное хозяйство Домани Elizabeth. Опять еще раз извиняюсь за то, что на французский я не очень понимаю. И вот. Старое семейное хозяйство, Домейн, по-моему, Домейн, да, правильно. Элизабет, не изменяет своим традициям с 1767 года. Владельцы хозяйства в 1997 году отказались от каких-либо химических продуктов в пользу производства натуральных вин, действуя в соответствии с правилами органического сельского хозяйства, что говорит у нас вот такая вот интересная, красивая зеленая там, ну, видите, божья коровка, там зеленый листочек, ну и тому подобное. Написано, что органика. Контролируемые они организация ЭКОСЕРТ, французская организация экологическая. Да, 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 правильно. На виноградниках площадью 86,5 гектаров выращиваются следующие сорта виноградов: Шардоне, Униблан, Каламбард и Мерло.
Коньяк Элизабет Эксо – это исключительный продукт, который производится во Франции. Изготовитель элитного напитка – производственное объединение Виноблес Риве. Там подробно, там Лес, Виноблес, Лаури и Гюлерме Риве. Если, ну, опять, тут чисто по интонации сложно произнести, французский все-таки. Ну, да. Среди основных шато, которые принадлежат производителю, стоит отметить следующие. Это Шато Белювью, как-то так, по-моему, Домани Элизабет, Домани Дю Таиланд и Ле Таломандис. По-моему, так, Таломандис, Мондис. Как-то так, очень сложные названия эти французские. Само объединение расположено на территории провинции Шаранта, которая является экологически чистым регионом. Так, основная специализация хозяйства – это органическое земледение, как я уже и говорил. Озимая пшеница, чеснок, а также эксклюзивные сорта винограда изготавливаются абсолютно без применения минеральных удобрений и средств защиты растений. Полученные урожаи отличаются богатством аромата, биологической питательностью, а главное – полным отсутствием каких-либо примесей или химических добавок. Сейчас, вы знаете, очень много добавляют в коньяки, и они, в зависимости от производителя, имеют специфический, так, в основном колер для цвета, ну, это как бы особенность производства. А также добавляют сиропы, там, карамельные какие-то красители, да. Ну, в общем, ну, химические всякие добавки. Вот, и они, возможно, порой даже портят вкус настоящего коньяка. Здесь же французы решили отказаться. Это, может, не единственный, но один из французских производителей, который полностью отказался от добавок. И именно такие условия и подход к делу позволяют изготовить коньяк Элизабет Эксо. Ну, не только Эксо, у них вся линейка Элизабет, вся экологически чистая, вся органическая. Элитный коньяк органического производства воссоздан из выдержанных не менее 6, но в некоторых случаях 12 лет подготовленных спиртовых дистиллятов. При наличии характерной крепости, умелой обработки и органически выращенный виноград придают напитку удивительную яркость, мягкость, так, ну, узнаем это уже попозже. Это позволяет наслаждаться коньяком каждому во время застолья. Коньяк Элизабет Эксо легко пьется, но это мы узнаем тоже попозже. Даря душистый аромат ванили, шоколада, орехов, полевых цветов. Ну, цветы, кстати, вот я уже здесь ощущаю, кстати. Да, я тоже, кстати. И тут, блин, цветы, такой джин стоит и вообще. Тут я даже не знаю просто, что это такое, что за цветы, но они потрясающие, мне нравятся. Вот как раз, может, душистый аромат ванили есть. Специалисты рекомендуют употреблять данный коньяк, ну, как бы не закусывая, но или после того, как вы покушали какие-нибудь там гастрономические блюда основные, наслаждаясь каждым штрихом богатого букета напитка и закусывая кусочком шоколада или фруктами. Ну, фрукты у нас есть, фруктами мы закусим его обязательно. И коньяк Элизабет Эксо отличается темными коричневыми оттенками цвета. Ну, для Эксо, я скажу, он очень светлый, он даже больше похож на ВСОП, скорее всего, французский какой-нибудь, пятерочку. Типа Курвазия или, да, пятерочка там. Ну, ВСК точно здесь похоже. И вот, при традиционной крепости в 40% употребление коньяка в умеренных дозах способно порадовать гармонией и тонко подобранным балансом купажа. Дополняют положительные впечатления от данного напитка оригинальное оформление. Тонкая вытянутая бутылка ассоциирует изделие тонкостью вкуса и неуловимыми нотками отдельного виноградного сырья. Отражается на стоимость напитка в большую стоимость. Да, стоит он недешево. Но в отличие от многих французов Эксо, из Эксо серии, как Курвазье, например, там Камю и Мартеля, ну, других уже знакомых, Эксо, он приемлемо, по цене приемлемо. Вообще Азбука Вкуса дорогой магазин, но по акции можно уловить. Я хожу туда только именно за тем продуктом, который нельзя купить нигде. И вот как раз один из таких продуктов я брал именно там. И вот, особые условия выращивания сырья виноградного отражаются на стоимость напитка, как я уже говорил, в большую стоимость. Однако классические французские рецепты, умноженные на органические технологии изготовления коньяков, гарантируют результат. И коньяк Элизабет Эксо способен удивить и порадовать каждого, ну, любой повод. У нас сегодня повод Новый год, и мы сегодня попробуем его обязательно. Пускай еще чуть подышит. Аромат легкий, такой прям нежный-нежный совсем. А пробка, кстати, это как у деревянная, да? Пробка деревянная, да, и пробка, как я уже говорил, настоящая пробка дерева. Вы, кстати, обратили на столе, у меня стоит еще такой вот шарик. Это моя знакомая сама рисует вот такие вот красивые шарики. Если кому надо, я ссылку внизу в описании оставлю. Это упаковывать так мягко, аккуратненько. В любой регион может отправить.
любой ваш рисунок может нарисовать. Это ручная работа, кстати. Стоит, ну, можете его согласовать. Ну, здесь она поздравляет меня с Новым годом. Имя ее Александра. Такое нередкое имя, но красивое. Ну, такой вот орнамент я ей заказал. Это вот Кремль. Прекрасный салют. Шарик, красивый. Шарик большой, красивый, да. Порадует любого ребенка, ну и взрослого, я думаю, тоже. На елочку можно прикрепить, здесь вот как раз все четко сделано. Он пластиковый, он не стеклянный, ну или похож на пластик. Не разобьется. Ну, лучше, конечно, его спрятать в коробочку, пока не повесили. Так что по ссылке переходите в ее магазин, заказывайте. Я оставлю обязательно. Рисует она хорошо и довольно-таки давно. Может отправлять в любой регион, не только России, но и даже ближнего зарубежья и дальнего даже. Переходим к напитку. Я не знаю, что здесь за аромат, честно говоря. Цветы я здесь слышу. А ты, друг, что слышишь? Мне кажется, финики. Прям какие-то финики, прям сушеные финики. Я финики давно уже пробовал. Сушеные финики прям. Напоминает. Цветы. Луговая прям такая вот смесь. Здесь цветы благородные, кстати. Да. Не столько луговые, сколько благородные. Лачок есть здесь. Я не очень силен в названиях цветов, но здесь такой богатый. Ну, вкус аромат. Такой нежный, прям приятный вкус вообще. Вкус мы еще пока не попробовали, а вот в ароматы здесь... Ну, я имею в виду запах. Ну, да. Нос. Да, нос, точно. Изюм прям вообще выскакивает. Абрикос, да, я слышу здесь. Абрикос свежий такой. Ну, уже такой готовый уже... Блин, ну такой вкус. К тому, чтобы его съесть, сорвать. Блин, съесть. Ну такой запах вообще. Опять я вкус, блин, ничего не попробовал, говорю про вкус. То есть настолько насыщенный аромат у этого напитка, что такое ощущение, будто мы уже его попробовали. Вот такое создается впечатление. Потому что он во рту как будто уже находится. Уже сам уже просится по ножкам. Цвет я уже говорил, он ядовитый. Ножки тягучие, да, маслянистый. Ножки, да, такие нехотя так идут. Не знаю, видно вам будет или нет, но золотистый, янтарный такой прям цвет. Да, цвет такой приятный вообще. Да, классный. Они нехотя да, какой-то сползают. Такой более. Простая бутылка. Мне простота нравится. Я не люблю эти вычурные. Все равно бутылки в основном мы выкидываем в мусорку, как и коробки. Вот. Но здесь что подход к коробке? Очень серьезно, прям ощущается в руке прям... Плотный картон. Плотный картон такой, да, и прям ух. Прям тема такая. Кстати, здесь у меня, по-моему, чек даже остался. Да, да, да. Да, как раз там со скидкой. Вот сейчас вот прям такие яркие-яркие сухофрукты вообще. Ага, вот как раз. Сушеный абрикосик. Вкуса. Классный, вообще обалдеть. Что там, чек показывает? Ну да, показал, что это азбука вкуса. Ага. Где я его взял? Я чеки сохраняю на дорогие напитки, не на каждый, ну да. А именно на дорогие. Есть, которые можно купить в любом. Вот интересно, почему он только продается в Азбуке Вкуса? Это эксклюзивно, как мне сказали, это эксклюзивная поставка для сети Азбука Вкуса. Там же написано эксклюзивный дистрибьютор, здесь вот если почитать дальше. Угу. Эксклюзивно для сети супермаркетов Азбука Вкуса. Угу. Покажу вам. Срок годности не ограничен. Так, дата разлива, забыл сказать. 14.07.2019. То есть уже он постоял годик с небольшим, даже полтора года почти. Ну, а сами здесь ничего такого особо не написано. Да, эксклюзивный дистрибьютор, сеть супермаркетов Азбука Вкуса, ООО «Городской супермаркет». Москва, улица Воловая, дом 8-18. Ну, это уже, говорится, скучная информация. Самое главное, напиток сам. Mm-hmm. Бутылка прям тяжелая, кстати, ощущается. Ножки массовость такая, прям. Массивность. Да, бутылка, да. Бутылка очень тяжелая. Ну, 0,7. Угу. И сделано прям вообще у качественно. У них 0,5 VS-ка и 0,7 есть VS-ка. Угу. Но XO и Extra, также и VSOP, у них, по-моему, только по 0,7 разливаются. Ниже, по-моему, не делаются. Они все представлены в этом магазине, всегда в наличии есть. Ну, не знаю, достаточно он подешал или нет. Или еще дать ему отдохнуть. Он все раскрывается и раскрывается. Нотами. Хорошенько бы, да, конечно. Дать ему еще отдохнуть. Да, мы возьмем небольшую паузу, чтобы он подождал. Да. Созрел, распустился и продолжим позже.
Итак, подышал у нас коньяк. Прошло буквально где-то минут 20. Ароматика раскрылась, и мы его пробуем. Лаура, с Новым годом! С новым счастьем! Новым годом, да. С новым счастьем! Вас тоже с Новым годом, подписчики! Отдельная благодарность Ивану, Олегу, Максиму, каналу Коктейль ТВ, Дистиллятову. Да, всем вам, ребят. У вас всех не перечесть, но вы мне помогли с советом, делом. Ну, спасибо вам большое. И вам тоже удачи, развития канала и счастья в личном и не только. Ну, во всех ваших делах, в общем, не будем взмудрить особо. Новый год, семейный праздник. Да. За вас, за вашу семью. За нашу семью. Мягкий, нежный, никакого спирта вообще нет. Теплый, он сразу обволакивает всю полость рта и просачивается дальше. Тепло распространяется ниже. И оно сопровождается абрикосы, сухофрукты. Полный рот, просто вкуса. Букет офигенный. Даже, мне кажется, какая-то перчинка в нем имеется. Я не услышал в нем перчинки, но друг говорит, значит, все-таки. Да. Обалденный. Класс. Рекомендую. Вообще просто. Если у вас, если вы живете в Москве или есть знакомые, кто может вам его доставить, хотя бы с младшей версии, он недорого стоит, где-то 1500, ну, до 2, если не акция. Хотя бы во с младшей версии СВС-ки попробовать стоит. Во вкусе появился мед, слива, прям такая медовая слива. Слива, именно медовая слива, да, появилась здесь. И цветочки, прям такие цветочки луговые. Цветы тут полевые, луговые, какие тут, такой букет, я просто не нежный могу даже себе представить. Такой прям, да. Спиртозности вообще ноль, нету ее. Настолько нет, нежный такой, прям весь. Шикарный вообще напиток, шикарный прям, как Владимир скажет, да, офигенный коньяк. Вот то, что значит натурпродукт. Французы не перестают меня удивлять. Александра, тебе тоже с праздничком. Спасибо за подарок, повешу на елочку обязательно. Это у меня маленькая елочка, так, для презентации, но у меня есть отдельная елочка будет. Повешу, буду всегда думать тебе хорошо. Здоровья всем, друзья. Обалденно, сейчас конечно. Самое главное – здоровье. Нашим женам тоже отдельное. Человек-кнопка, у меня жена сегодня работает. Ей тоже отдельное спасибо. Она вот о вкусности нам наготовила. Мы приступим дальше уже к гастрономическим изысканиям с этим коньяком. Тоже хочет уже опробовать его уже. Хотел я его сравнить с другим Эксон, но думаю, что ролик буду... Языку заплетается, буду. Будет тогда настолько длинным, что мы решили не утомлять вас. А с каким ты хотел его попробовать? Ну, с каким-нибудь Эксошкой. Покажи-ка. А, вот он все. Или с Раджишвили. Да, скорее всего, с Раджишвили, но мы не будем, скорее всего, сравнивать. У меня с Раджишвили стоит, брал его в пятерочке за 2,5, 0,5. Мы его оставим на какие-нибудь другие обзоры. Согласитесь, что сегодня у нас праздник, сегодня мы будем отмечать только с одним коньяком. С одним напитком. И он шикарный, ребят. Еще раз всех с праздником. Счастья, ну что, любви. Будем заканчивать, да? Мы закругляемся и как-то продолжим уже за семейным столом. Да. Счастливо. Ну что, всем с Новым годом, друзья. Всего наилучшего. В 2021 году. Да. 2021, да. Всего наилучшего в Новом году. И закосный год пережили. С горем пополам. Ну, надеемся, что все-таки Новый год будет лучше. Остается нам только надеяться. Да, всем. Всем хороших напитков на стол, замечательных. Вот таких вот, желательно бы. И позитивного настроения. Да, и хорошего настроения. Пока, друзья. До встречи. Пока.